Всем привет! Сегодня у нас тема, как создать систему для того, чтобы получать клиентов на постоянной основе, как разработать эту систему, как ее, можно сказать, конфигурировать, и чтобы она работала на постоянной основе. Ну, прежде чем мы будем об этом подробно говорить, давайте немножко вспомним, в каком бизнесе мы находимся, насколько это нам интересно и какие у нас в этом направлении есть перспективы. Ну, во-первых, все, наверное, понимают, что мы продаем лучший продукт в мире. Действительно лучший продукт в мире, потому что его все любят, все хотят путешествовать, все любят путешествовать. Это очень эмоциональный продукт, очень яркий, очень красочный, его легко представлять. Можно сделать очень красивую упаковку продукта, и этим этот продукт замечательный. Кроме этого, путешествия дарят людям очень много эмоций, положительных. А положительные эмоции – это счастливые моменты, то есть счастье. Поэтому можно смело утверждать, что путешествия дарят людям счастье. И это очень здорово. Туристические услуги действительно продавать очень легко, если правильно к этому подойти, правильно с этим разобраться, с системой продажи туристического продукта. Ну и простой факт того, что люди любят путешествовать, люди сами выбирают туристический продукт, сами хотят его заказывать, и поэтому продукты легко туристически продавать. Клиенты всегда, на самом деле, нуждаются в агентах, просто многие этого еще не знают, они думают, что им и так все понятно. Вот. Но задача, в общем-то, агента – сделать так, чтобы клиенты потенциальные вас находили и узнавали о том, какую помощь вы можете им оказать. Касательно агентов, агенты, конечно, в туристическом бизнесе имеют большие перспективы. Ну, во-первых, это одна из самых больших индустрий в мире, где речь идет о оборотах годовых не в миллиарды или миллионы, а в триллионы долларов. Да? То есть это громадная развивающаяся индустрия. Ее можно называть молодой индустрией еще, потому что ей там от силы активный такой 50-60 лет. И туризм – это быстро развивающаяся индустрия, все больше и больше направлений появляется, и интересных маршрутов, и все больше стран принимает в этом участие, городов. Поэтому это такая очень быстро развивающаяся индустрия, в которой можно принимать участие. Соответственно, агенты в этой индустрии могут строить карьеру, и на сайте, на платформе вы можете узнать, как, например, агенты могут получить вот такую аккредитацию travel-агента, получить вот такую профессиональную карту туристического агента, которая дает очень хорошие бенефиты для своих личных путешествий. Ну и прежде всего подчеркивает вашу экспертность в этой индустрии. Конечно, агенты могут строить карьеру благодаря маркетингу на платформе и зарабатывать деньги прямо с прямых продаж. То есть не только в перспективе, но и прямо сейчас. Продался круиз, вы заработали деньги. Продался тур, вы заработали деньги. Продалась экскурсия, вы заработали деньги. Вы можете благодаря маркетингу компании, благодаря действующей платформе, благодаря инструментам, которые вы найдете на платформе, вы можете строить свою успешную команду по всему миру. То есть это бизнес, который не имеет ограничения ни во времени, ни в расстояниях, не привязан к каким-то
конкретным городам или местам, то есть это международный туристический бизнес. Кроме этого, благодаря своей карьере, благодаря своим заработкам и благодаря тому обучению, которое вы сможете здесь получать и изучать какие-то важные моменты, вы сможете путешествовать со скидками до 70% и даже бесплатно, как агенты компании. И мы сегодня на примере приведем пример в конце. Будет у нас специальное предложение, специальный промоушен для тех, кто сейчас смотрит и слушает данный материал. Ну и, конечно, благодаря тому, что можно работать в команде, можно создавать свою структуру агентов, свою команду по всему миру, благодаря тому, что компания постоянно будет объявлять какие-то совместные путешествия, туры или образовательные путешествия, например, это могут быть, да, какие-то рекламные туры для турагентов или специальные выездные семинары, школы, занятия, где можно собираться вместе и проводить время полезное с приятным, да? Поэтому путешествовать вместе всегда интереснее и веселее. Итак, начнем. Я думаю, я напомнил вам о том, как здорово работать в индустрии туризма, и теперь мы можем переходить уже к делу. Где же брать клиентов? Для начала я представлюсь, меня зовут Черницын Юрий, я уже более 12 лет работаю в индустрии туризма, имею опыт работы, и до этого, кроме как в туризме, имею достаточно большой опыт в маркетинге. Сегодня я хочу с вами поделиться инструментами и своими знаниями, и мы сегодня узнаем, как эффективно делать рекламу. То есть цель сегодняшнего нашего занятия – это эффективная реклама и системная реклама. Сегодня мы узнаем с вами, как заявки превращать в сделки и как все это систематизировать. Сегодня вас ждет следующее. Вы узнаете о системе привлечения туристов онлайн. Вы узнаете, почему ваша реклама не давала результата, если таковая была, делалась, да? Вы узнаете, что нужно делать для получения в течение дня от 3 до 10 лидов. Вы узнаете, что такое лиды. Вы узнаете, как дальше масштабировать ваш результат. Это очень важно. Ну и ответите на очень важный для себя вопрос, почему нужно один раз наладить систему привлечения туристов. Почему важна настройка вашей системы? Как создать системный поток обращений? Как сделать массовое привлечение туристов онлайн? И как сделать постоянный результат получения клиента? Вот на эти все вопросы сегодня мы с вами постараемся ответить. Существует очень важный фактор успешной рекламы. Прежде всего, одним из инструментов для успешной рекламы вам понадобится свой сайт, своя страница. Так как у нас на платформе такая возможность уже существует, то, в принципе, вы можете ее использовать. И сегодня расскажу вам, как вы можете страницу оформить правильно на платформе. И также вы можете воспользоваться сторонним лендинг-пейдж. Что такое лендинг-пейдж? Это страница, которую вы можете создать сами благодаря каким-то другим ресурсам и правильно ее оформить для того, чтобы создавать посещение потенциальных клиентов на эту страницу и получать с нее заявки, заказы. Но, в принципе, все это уже в готовом виде вы можете получить на нашей платформе. Сегодня мы с вами
узнаем о таком факторе, как система привлечения посетителей на сайт. Вы узнаете о том, что нужно постоянно задавать себе вопрос, сколько сегодня или вчера у вас было посетителей, как посетителей обратить в лиды и что такое схема воронки продаж, как создать схему воронки продаж. Итак, давайте обратимся к фактам. Факт номер один. Почему существует вообще туристический бизнес? Конечно же, как и любой бизнес, бизнес всегда основан на спросе. Да? Спрос порождает предложение. Поэтому на этот вопрос можно ответить просто, потому что на туризм есть спрос. Каждый день и каждый час кто-то ищет туристические услуги. Если вы хотите в этом убедиться, вот вам пример. Есть так называемый Google Direct, где вы можете зайти, набрать любой запрос, который вы предполагаете, ищет ли это клиент, и увидеть, сколько в течение месяца на сайте Google обращений за тем или иным запросом. Ну, например, купить круиз, или заказать круиз, или круизы по Карибам, или там туры по Средиземному морю, или туры на Мачу-Пикчу, да, и так далее. То есть все, на любой запрос можно увидеть, какая потребность есть, какой спрос. Абсолютно на любой спрос есть целевая аудитория. И вообще везде есть целевая аудитория. Это важно понимать. Находят ли вас туристы сейчас? Нужно задать этот вопрос. Для этого нужно ответить себе на несколько вопросов. Какие инструменты у вас работают? И что вы сделали, чтобы вас находили? Если ни на этот, ни на первый, ни на второй вопрос у вас пока нет ответа, или ваш ответ отрицательный, тогда нужно приступить к каким-то конкретным шагам, конкретным действиям, и нужно опираться на факт номер два. Чтобы иметь поток продаж, вас должны находить. Это очень важный момент. Итак, базовые метрики продаж. Ваша процентная ставка. Вы должны четко понимать, какой процент с продаж вы получаете. Какая ваша непосредственная прибыль. Да? Также вы должны выбрать продукт, на котором будете акцентировать свое внимание, как бы делать свой фокус, и понимать прибыльность этого продукта, да, с которой вы получаете процентную ставку. То есть нужно правильно подобрать продуктивный продукт для вас, прибыльный продукт. Дальше нужно фокусировать свое внимание на выбранном продукте. Я сегодня расскажу об этом более детально. И, конечно же, нужно понимать и оценивать вашу конверсию в продаже. То есть сколько продаж из обращений вы получаете. На основе этого вы можете сделать расчет и поставить цель, конкретную цель на месяц. Давайте рассмотрим пример. Например, если ваша цель заработать за месяц $5000, и вы знаете, что ваша процентная ставка 50% из возможных на платформе 25, 50, 60, 70, 80% по маркетингу, да, например, вы находитесь вот здесь на 50%, тогда вы четко можете определить, зная прибыльность выбранного продукта. Например, вы выбрали какой-то продукт, например, это новогодние круизы, где цена, скажем, там за каюту начинается от 3500, и комиссия составляет примерно $600, то есть прибыльность с продажи такой каюты $600, среднестатистический чек такой, то, имея 50% процентную ставку, ваша комиссия от $600 составляет $300, да? То теперь вы можете обратить вашу конверсию, например, это 15%, вы можете обратить в продажу. То есть вывод следующий. Чтобы
за месяц заработать $5000, нужно разделить сумму цели вашей на вашу комиссию, на вашу прибыль, и вы получаете количество сделок. То есть вам нужно 17 сделок, чтобы заработать $5000 на личных продажах. Зная вашу конверсию в продажах, да, вы можете рассчитать, сколько нужно в месяц вам обращений. То есть, например, у вас слабая конверсия, вы не 20% закрываете, не 30, не 40, не 50, не 80, а всего 15. Да? Значит, вам нужно, чтобы 17 продаж осуществить, вам нужно 120 обращений. То есть 120 заявок к вам должно поступить. Для этого нужно также просчитать, сколько всего должно на ваш сайт зайти посетителей. И взяв минимальную конверсию сайта, например, 5%, вы можете тогда высчитать. Чтобы получить 120 обращений, 5% составляет 2500 посещений на сайт. То есть из 2500 5% это 120 обращений к вам. Простых, теплых обращений, еще не горячих, с которых вы получите 17 сделок. Вот ваш фокус конкретный. 2500 посещений сайта на выбранный вами продукт. Все, что произойдет параллельно, это только в плюс. Да? Кто-то, может быть, выберет что-то еще. Но вам нужно сконцентрировать свое внимание четко. Ваш фокус – это добиться 2500 посещений на сайт на выбранный продукт. То есть, другими словами, теперь у вас есть четкая цель. И эта цель теперь обозначена конкретными задачами. Ваша задача номер один – это выбрать правильный продукт. Задача номер два – получить 2500 посещений. Задача номер три – как из количества посещений получить 120 обращений. И задача номер четыре – как из 120 лидов обращений закрыть 17 сделок. Вот задачи, которые нужно решить в течение месяца, чтобы получить результат в $5000 личных продаж. Итак, мы переходим к рекламной кампании. То есть для того, чтобы получить 2500 посещений на вашу страницу, которую мы поговорим, как еще правильно оформить, вам нужно создать правильную рекламную кампанию. Рекламная кампания может состоять из коротких полезных статей в социальных сетях. Рекламная кампания может быть платная в виде таргетированной рекламы в социальных сетях или на Google, или на Яндексе. Рекламная кампания может быть также бесплатной в виде бесплатных объявлений в социальных сетях, коротких бесплатных объявлений. И также может быть платная в виде продвижения этих бесплатных объявлений или вашей конкретной страницы. Далее, когда вы добиваетесь результата посещения на вашу страницу, то здесь важна детализация по отношению к ленивому клиенту. Да? То есть на вашей странице все должно оформлено быть коротко, понятно и просто, так, чтобы самый ленивый клиент заполнил обратился по одному из вариантов к вам. Да? Либо позвонил по телефону, либо написал вам WhatsApp, Viber, Telegram, email, либо заполнил форму обратной связи. Вот эти все детали должны быть предложены на вашей странице для быстрого к вам обращения. Точно так же, как только вы получаете заявку, очень важна быстрая обратная связь с клиентом после обращения, то есть быстрое внимание вашему клиенту. Даже если вы не можете сразу ответить на его вопрос, вам все равно нужна обратная связь, что вы получили его вопрос, что вы работаете над этим и что в ближайшее время вы обязательно с ним свяжетесь снова.
Далее вам нужно в процессе общения подружиться с клиентом, войти в доверие, потому что сделка происходит всегда только на доверии. И вот на этих деталях нужно будет фокусироваться для того, чтобы все, о чем мы сейчас говорим, систематизировать, привести в одну единую систему. Итак, следующий этап – это результат-анализ. Анализ-результат. То есть тот результат, который вы получаете в течение дня, нужно анализировать. Нужно отследить количество посещений со статей коротких, полезных, да, с объявлений, с каких-то платных ресурсов рекламных и так далее. Нужно отследить, получили ли вы с этих обращений, были ли какие-то сделки, значит, да, нулевой сегодня у вас день или сделка произошла, и так за несколько дней, за неделю, в конечном итоге за месяц. То есть обязательно сделать результат, анализ и выводы. Выводы должны приводить к каким-то изменениям, то есть либо мы ничего не меняем, потому что все замечательно и хорошо, либо мы делаем изменения каждый день в виде настроек каких-то, настраиваем, да, относительно тех цифр, которые мы сейчас с вами прошли. Очень важно один раз настроить систему. Система – это так называемая воронка продаж, и она начнет вам приносить постоянный поток клиентов, а, соответственно, вы начнете зарабатывать деньги. Далее нужно параллельно с этим обязательно обратить внимание и применить в действие маркетинг-план, который позволит вам масштабироваться, то есть продвигаться дальше, увеличивать свои доходы. То есть нужно проделать вот эту работу, которую мы сейчас с вами определили по созданию вашей непосредственной схемы, схемы получения клиентов, вот такой систематизированной рекламной кампании, получать результат, естественно, с этого нужно, хороший или нехороший, плохой или замечательный, это зависит от того, как вы все это настроите, но нужно получать в любом случае результат. Параллельно нужно в свою команду пригласить для начала от 2 там, до 5 человек агентов, то есть то количество, с которым вы легко сможете справляться, то есть быть на постоянной связи в течение всего этого периода, буквально ежедневно, да, и вести этих людей параллельно, то есть научить их той же самой настройке схемы продаж, то есть передать как бы полностью свой опыт, с чем вы сталкиваетесь, что у вас получается, что не получается, какие-то идеи, как это все улучшать, то есть дать эти все инструменты вот нескольким человекам в вашей команде для начала. Дальше от их сделок уже, от их клиентов, которые они получают в результате своей рекламной кампании, получить дивиденды, то есть это разница в процентах по маркетингу, которые вы уже знаете, как это работает. Если не знаете, то изучите маркетинг-план обязательно, вот, и понимаете, как получать за продажи команды дивиденды и какие проценты вы можете получать. А дальше вот этот весь процент нужно масштабировать. Масштабировать путем продолжения, увеличения вашей команды. То есть сначала это 2-5 человек, потом это 10 человек, потом это 100 человек и так далее. Масштабируйте все это для того, чтобы постоянно увеличивать ваши доходы. Ну и, как я говорил в начале, агенты имеют возможность не только зарабатывать для того, чтобы путешествовать, не только имеют возможность путешествовать со скидками, какие-то рекламные карьерные туры там, или благодаря своим бенефитам в дальнейшем, да. Вот конкретный пример, как можно заработать себе абсолютно бесплатный круиз, то есть отправиться в круиз, который состоится 29 сентября 2019 года. Семидневный круиз на одном из самых больших кораблей в мире, это
корабль под названием Allure of the Sea. Мы делаем специальный такой вот выездной семинар на корабле для агентов компании, и где вы сможете отдыхать, наслаждаться круизом. И все, что для этого нужно, нужно понимать, какие условия для этого существуют, и просто поставить перед собой цель и выполнить эти условия. Итак, нужно знать, что $1 прибыли, который вы приносите в компанию на платформе, равен 1 volume points. Есть понятие PVP, да, персональный volume points, то есть это та прибыль, которая приносит ваши личные продажи. Например, вы продали какой-то круиз, круизная компания заплатила комиссионные нашей компании в $100, значит, вы принесли ровно 100 personal volume points. Точно так же есть понятие GVP, это group volume points, это поинты, которые вы получаете от вашей команды вместе с вашими личными. То есть group volume points – это объем volume points ваши личные, с ваших личных продаж, плюс продажи ваших личных агентов, вашей команды. Называется это group volume points. Итак, условия бесплатного круиза. Нужно сделать 1000 персональных volume points, то есть заработать прибыли на компанию, да, $1000 прибыли. Или 5000 групповых поинтов, то есть $5000 долларов прибыли всей командой в любой календарный месяц до 30 июля 2019 года. Как только выполняются эти условия, вы попадаете в абсолютно бесплатный круиз, который состоится 29 сентября 2019 года. Вот такое коротенькое, но, надеюсь, полезное занятие мы сегодня с вами пробежали. И остается пожелать вам удачи и применить все эти знания, которые вы сейчас получили, разобрать их, может быть, даже детально. Если что-то непонятно вам было, задать вопросы, прислать их мне через систему обращения в компанию в администратора, к администратору, и мы обязательно на эти вопросы с вами детально еще разберем. Но вот такой шаблон построения системного построения вашей рекламы для привлечения клиентов мы сегодня с вами разобрали. Спасибо всем за внимание.